Влад Сургут, Гашка, привет, как у Серого дела? Что-нибудь говорят? Братан, смотри, мы, короче, съездили на суд. Вот. Ну, у него сейчас начались вот эти суды, походу, вот эти предварительные, что ли. Вот, и это. Ездил я, короче, сестра моя, Сашка со скорой. И там еще один мальчишка. Вот. Короче, нас попросили каждого по очереди, в зал заседания не пускают ни хера. Вот, каждого по очереди просто просили. В общем, сейчас идет просто опрос свидетелей. Че говорят, хер его знает. Ну, на суд не пускают, подслушать никак нельзя. Так что сами в неведении. Вот суд прошел, ждем письмо. Там уже что-то будет известно, что говорит. Ну, что теперь напишет. А так хер его знает. Короче, на зал заседания никого не пускают. Хер знает почему. Негодяй это. Где Гашек? А он уехал. Скоро сказал, подъедет. Гашка, а что в гости к дяде Юре поедешь? Как он там вообще интересно? Так вот, фотка-то оттуда, я и ездил туда. Я еле его там нашел, в ролике увидите. Завтра ролик выйдет, посмотрите. Когда пьяный будешь, тогда зайду. А так, лайкос, вот, спасибо от души. Крикун был, че не говоришь. В смысле, крикун был? Крикун сидел в машине, ёпта, его. Он не свидетель, никто его не пускает, не пустили туда. Крикун был в зале заседания. Я вам говорю про этот раз, когда я ездил, никого не пускает. И крикуна тогда тоже выгнали, ёпта, все. Больше никого не пускает. Че вы, бестолочи такие? Был, вывели его, все, я 15 минут посидел и ушел, ёпта. То есть, когда первый суд был, а теперь все, больше никого не пускают. Вам говоришь, вы как это твердолобый. Крикун был. Да кого было, ёпта. Я был. А теперь кто туда зайдет? Иванович, здравствуй. Здорово, Гашка, Косян, хорошего вечера и стрима. Спасибо, Тим Тимыч. Привет от Куликовской, братвы. Здорово, Жека, чё? Не, ну а чё? Я ни при чём. Крикун пьяный был и кувыркаться начал. Его и вы. Вот если бы он там в суде такую хуйню исполнил. Сюда ушел бы сразу. Там бы его приставы увели бы в наручниках. Так, Крикун кричал бы, Димон, да-да-да. Где Андроид, Васек? Ребят, я бы вам сейчас рассказал бы на стриме, где Васек, где Андрей, и про всех бы рассказал, но это выйдет завтра в ролике. Я видел Андрея в городе, стоит в магазине. Угу. Стоит у церкви. Гашан, привет из Узбекистана. Давно у дяди Юр был. Вчера ездил. Ловили его по лесу, там они. Потому что не рассказывает, в ролике посмотрите. Странное общение. Ёпту мать, ну говорил, я не отрицаю этого, ёпту мать. Ну тебя, ты веришь следакам? У меня особой веры нету. Ни грамму даже. Ты же говорил, что следак сказал отпустит, да? Я передал вам его слова. Я тоже тогда говорил, что как. Если хотите, можете ему верить, этому следаку. Лично я, ну, не особо доверяю. Зови следака на стрим, сейчас позовем его. Тут с него спрашивать, как с гада, да? Отличная идея. Гашка, привет, перни для приличия, уважу, уваж народ. Вот у тебя фетиш. Если тебе это понравится, это не значит, что всему народу понравится, ёпта. Гашек, ты не кипишуй особо, да я не кипишу, ёпта. Я просто отвечаю на поставленные мне вопросы, ёпта. Роман, мы сами не знаем, ты чего с этим Диманом-то? Если знали, вы сказали бы уж давно ее. Кто вам может сказать, когда его выпустят? Да никто. Или закроют. Да. Об этом никто не знает, знают только вот они. Здорово, пацаны, а что вообще Серому вменяют? 156-ю, по-моему, и 117-ю. Помнишь ролик с девушкой со стороны? Это постанова была? Диман, а меня уже на канале, по-моему, в тот момент уже и не было. Я в душе не постанова это или нет. Я даже на эту тему и не разговаривал.
У меня как-то было уже, ну, да... Да вряд ли это постанова была. Это который приезжал? Да, вот, да, к сатане. Нет, она приезжала. Да мне тоже так кажется, ну, потому что какие постановы. Приезжала, она откуда там, далеко от... Я вот единственное, знаете, что понял из этой ситуации? То, что, может, она просто какого-то пиара хотела. Ну, потому что, ну, к сатану приехать.